Привет, Руслан. Здравствуйте. Ну что, рассказывай, где ты находишься? Я нахожусь в Закарпатье. В Закарпатье? Да. А как город называется? Мукачево. Вообще-то Хуст. Хуст. Ну, Мукачево не тут. И что, что за соревнования, куда приехал? Я приехал на соревнования по двойбе и суточке. Ну, я понял. По какому виду соревнования проходить будет? По хортингу. А уровень какой соревнований? Не знаю. Не знаешь? А не международный или случайно уровень? Международный. Ну, а как это не знаю? Ты, наверное, забыл? Хорошо. А где ты сейчас находишься? Я сейчас нахожусь в храме. В храме? Какой храм? Замку. Руслан, ну вообще-то это замок, насколько я знаю. Ну что еще расскажешь по поводу соревнований? Ну я буду выигрывать. Выигрывать будешь? Да, потому что папа и мама мне сказали, чтобы я выиграл. Сказали, чтобы ты выиграл? Да. Я понял. А этот, еще вопрос. Какой у тебя статус по уровню своего? Я чемпион Украины двукратный и чемпион мира.